Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал. Готовим легкий, вкусный овощной тортик из простых продуктов для разнообразия на каждый день, а также и к праздничному столу. В описании под видео указано количество ингредиентов. Мы с Сашенькой желаем вам приятного просмотра и приглашаем вас подписаться на наш канал, чтобы не терять вкусные, простые рецепты. В первую очередь замариную лук. Одну крупную луковицу разрезаю пополам и нарезаю тонкими полукольцами. Выкладываю в миску. Присаливаю, добавляю черный молотый перец, сахар и уксус. Жму лук прямо рукой в миске и оставляю минут на 15 промариноваться. Заранее я отварила картофель, морковь и свеклу. Салатик собираю в разъемной форме, диаметр я установила на 16 сантиметров. На дно формы тру на крупной терке половину картофеля. Разравниваю по дну. Присаливаю. И майонез выдавливаю из кондитерского мешка, чтобы была сеточка. Выкладываю половину замаринованного лука. Опять выравниваю. И натираю на крупной терке морковь, тоже половину. Разравниваю по поверхности, присаливаю и наношу майонез. Натираю свеклу, тоже на крупной терке. Выравниваю. Присаливаю слегка и майонез. Теперь слои повторяю. Картофель. Не забудьте присолить. Майонез. Оставшийся лук. Морковь. Слегка присолю и опять майонез и свекла. Разравниваю по поверхности, присаливаю, опять майонез и верх салатика я буду украшать отваренными вкрутую яйцами. Натираю их на мелкой терке. Выравниваю их по поверхности и аккуратно снимаю разъемное кольцо. Вот такой тортик получается. Украшаю мелкими помидорами черри и укропом. Вы можете украсить как угодно. Вот такой легкий овощной тортик получается. Он очень вкусный и нежный. Обязательно попробуйте. Мы с Сашенькой благодарим вас за просмотр. Надеемся, что это видео вам понравилось. Если так, то поставьте нам, пожалуйста, лайк и подпишитесь на наш канал. Также очень ждем ваших комментариев. Смотрите другие наши видео и помните, лучшее впереди. Всем желаем хорошего настроения и удачи!